Здравствуйте, друзья! Вот стою опять у очередного вида грандиозного на пролив Соланд, туда вдаль. Ой, вы знаете, такая красота! Я не перестаю восхищаться. И вот тоже спрашивают у меня, никогда не ожидали, что Англия такая, этот туманный Альбион, оказывается, такой солнечный. Да, вы знаете что, здесь вот все-таки не преобладают вот такие солнечные дни. Но когда вот устанавливается такая погода шикарная, то просто сердце радуется, как красиво вокруг. И какие великолепные эти пейзажи английские. Вы знаете, даже мне жаль, что не все передает камера. Не все это великолепие. Все-таки воочию это намного красивее все. Вы знаете, вот эта тишь такая глубокая. И где-то колокол вдалеке. И где-то птицы поют. А я, наверное, уже буду скоро выходить на природу с мольбертом. Я, вы знаете, немного рисую акварелью. У меня есть мольберт. Надо найти какое-то место. Хотя здесь можно в любом месте, по-моему, остановиться и всю эту красоту рисовать. Настолько красиво. Я знаю, что многие разделяют все эти мои восторги, потому что на самом деле, что я еще могу сказать, почему хоть здесь и работу не найти на нашем острове, хоть здесь есть определенные трудности, но вы знаете, вот даже вот эта вся красота, она, наверное, меня задерживает здесь. И мне не хочется отсюда двигаться на материк. Я опять говорю о большой земле, об Англии, вот, которая как раз напротив меня. Там этого вы не увидите. Есть, конечно, красивые места тоже где-то на побережье, может быть. Но у нас-то это сплошь везде, на острове Isle of Wight. Поэтому welcome на наш остров. Вот, кстати, там в углу, если вам видно, вот настолько живописный дуб, во-первых, у него там корни какие-то, прям такие, как домик, а рядом вот эта стена старинная, 11 век, друзья, полуразрушенная. Отсюда не видно, да и мне плохо тоже, мне, конечно, получше видно, чем на камере, но тоже плохо. И прям вот хочу туда перейти, пройти, но здесь, видите, во-первых, изгородь такая колючая. Фиг переберешься, как говорится, да? Я-то бы уже давно перешла со своим характером авантюрным, везде ползаю. Но здесь я не могу перебраться. Я бы вон там побродила возле этой каменной гряды, оставшегося нормандского аббатства, с удовольствием. Но не могу никак перебраться, друзья. Ну что ж такое? А здесь вот так вот выглядело это нормандское аббатство. До своего разрушения, до того, как его время разрушило. Вот здесь, видите, у них вот такая доска, как везде, во всех местах в Англии. Объясняется, что это 1327, а даже 1132 год, видите, 1327. Вот это Квер, нормандское аббатство было построено. Вот такие старинные тут развалины. Ну и даже просто погулять и послушать птиц. Да, и посмотреть вокруг.